Thank you.
Добрый день, дорогие друзья. Вновь вас приветствуем из Италии, из города Вероны, где проходит выставка MARMO+MAC 2024, на которой мы присутствуем в этом году. Хочу напомнить, что всю эту красоту вы можете наблюдать благодаря спонсорской помощи нескольких компаний. Это МИРТЕЛС, производитель гравировальных и фрезеровальных станков. Это компания «Сфера» из Санкт-Петербурга, которая осуществляет изготовление фотокерамики, овалов, портретов на стекле. И делает это давно и очень профессионально, постоянно разрастаясь и увеличивая объемы предлагаемой продукции. Это компания ООО «ПРОЕКТ» из Петрозаводска, производитель однопильных и многопильных станков для распуска камня, а также коленно-рычажных станков для полировки каменной продукции. Также мы благодарим выставку «НЕКРОПОЛЬ», благодарим компанию «Пейви», поставщика инструмента для камнеобработки, расходных материалов, химии и всего, что так или иначе связано с изменением геометрической формы камня. Кроме того, мы выражаем большую благодарность компании «Балтея Дичи», которая принимает участие в этой выставке и репортаж, о чем мы запишем отдельно. Ну а кроме того, слова благодарности, спасибо и наилучшие пожелания долгих лет всему коллективу Объединенной горной компании, которая известна вам по прекрасному камню купецкий габранорит. И с недавнего времени по очень красивому лабрадориту, которые они начали добывать в прошлом году. Именно благодаря этим брендам вы имеете возможность наблюдать все происходящее в 13 залах выставки MARMO+MAC. Как вы помните, подача материала на наших ресурсах осуществляется тематически. То есть у нас будет блок про станки, блок про камень, блок про отделку. Исторически сложилось, что каждому нашему зрителю, каждому подписчику интересна какая-то определенная тематика, и поэтому мы стали разделять наши репортажи по соответствующим тематикам. Thank you.
Thank you.